Каждый год 12 июня празднуется День России, который сопровождают многочисленные мероприятия по всей стране. Этим летом жители Ленинского района тоже стали активными участниками праздника, в программе которого традиционный забег, концерт и многое другое. Подробности в материале нашего корреспондента. Видновчане тоже широко празднуют День России, ведь для них это особый праздник. В здании ЗАГСа собрались спортсмены и жители для того, чтобы принять участие в праздничном забеге. От лица ветеранов футбольного клуба «Союз» мы тоже принимаем участие непосредственно, так сказать, постоянно, в течение тоже 3 лет. Но стараемся от молодежи не отставать, поддержать этот праздник. Уже на протяжении, наверное, 3-4 лет. Точно, бегаю постоянно. Что спорт – это здорово, весело, задорно и полезно, самое главное. Бегуны стартовали от здания ЗАГСа в направлении Советской площади. И маленькие, и взрослые старались двигаться в нужном темпе, чтобы не подвести команду. Преодолев дистанцию, спортсмены финишировали на Советской улице, где каждому вручили памятную медаль. Бежали средним темпом, почти никто не останавливался. Такое бодрое утро получилось, даже не ожидали. Праздник продолжился возле кинотеатра «Искра». Символично в начале официальной части мероприятия прозвучал гимн нашей страны в живом исполнении. Заместитель главы городского поселения «Видное» в своем выступлении подчеркнула значимость этого дня и российской державы вообще. Мы гордимся тем, что живем в России. Мы гордимся ее достижениями, мы гордимся ее размахами. Мы гордимся политикой, которую проводит правительство России. Один из самых молодых государственных праздников, ему чуть более 20 лет, знаменателен для каждого. День России для нас всегда праздник. Россия – это будущее. Мы видим много молодежи. Замечательно. Мы историей занимаемся, и мы рады, что история России продолжается. Не обошелся День России без подарков. За заслуги жители города были отмечены наградами. Ну и, конечно, какой же праздник без музыки и песен? Александр Шаганов, известный больше как автор песен популярной группы отечественной эстрады, на этот раз выступил в качестве исполнителя и подарил слушателям любимые композиции. Ах, весны и дали сны, золотые снятся сны, сердце мальчика. Лариса Вольнова, Александр Ильин, Наталья Буслаева. «Видное ТВ».